Да, я интересно уже пропитан вашим творчеством. Вот, сейчас у меня буквально смысл такая ностальгия. Вот такие же мольберты были. Да, сейчас я с удовольствием вот сейчас посмотреть, так, что ребята. Ребята, вот пишут. Вчера первый день мы. И они уже начали там чего-то. Вот сегодня я вот всю с ними работаю. Вчера вы их психологически настроили, да, дали возможность. Да. Проникнуть в глубь себя. Аду Сергеевич, я сегодня, вчера им показал, раздал свою пачку таких работ, они все посмотрели, загорелись, и сегодня уже принесли что-то там, чего-то, вот мы работаем. Я их обошел, обхожу, каждому чего-то там даю. Вот сейчас сидел там, стихи читал, там свои какие-то, там все-все нормально, они все слушают. Потом, в конце концов, спросишь, понравилось ли или нет. Я уверен, что уже отражаем. Так, сначала покажу. Планируется. Полностью. Нет, мы будем делать первый этаж, у нас будет полностью новая экспозиция. Но это даже ждет следующий год. Ну мы как поступим? Пройдем по выставке или все-таки дети? Сначала дети, конечно, они все-таки сидят.